Сегодня в 8 часов утра в офисе общественной организации «Скорбота» провели обыск сотрудники СБУ. По словам главы «Скорбота» Николая Сапарова, сотрудники СБУ пришли в офис, когда его не было на рабочем месте. Он отметил, что в это же время правоохранители проводили обыск в его доме. Когда Николай Сапаров пришел в офис, он оказался в шоке от увиденного. Все входные двери сломаны, забраны все компьютеры, носители все, пожарная сигнализация, охранная сигнализация. Кроме этого, был взломан сейф, разбиты иконы, исчезли кофе и еда. Николай Сапаров знает, что такие обыски сейчас проводятся во всех похоронных бюро города. На УСЛУ комплексные мероприятия в рамках расследования судебно-медицинской экспертизы. Там около 16 обысков по городу. Николай Сапаров настаивает на том, что сотрудники СБУ имели с ним связь и могли взять у него ключи и не взламывать двери. Просто надо оставаться людьми всегда. Ты исполняешь свой долг, но когда ты исполняешь свой долг, ты будь человеком. Выбивать двери, когда имея ключи, и держать сотрудников на улице, это вообще, я считаю, это скотство. Сам глава «Скорботы» оценивает обыск как попытку рейдерского захвата. Николай Сапаров оценивает ущерб в 50 тысяч гривен.